прекрасный бред, мы продолжаем приключения Хиро и его друзей. И в прошлой серии мы победили первого наместника Темного Властелина. Темного Властелина у нас оказался какой-то странный старичок. Так, ну, из друзей у нас побеждено, по-моему, уже два человека. Так, и что у нас здесь? Так, покинем оболочку. Мы пришли, интересно, отсюда. Да, по всей видимости, отсюда мы пришли, значит, нам куда-то в эту сторону. Здесь как-то темновато. Точнее, не то чтобы темновато. Скорее, время заката, видимо. Свечки в подтверждении звучат так. А вот сообщение, видимо, нашего следующего друга. Они поймали Сюна и видел, как самураи несли его в клетке ниже по течению. Я иду следом за ним. Кунаити. Так, хорошо, значит, теперь мы будем пытаться убить Кунаити. Так, Тенгу, что здесь делаешь? Юнинзя, чем я могу тебе помочь? И у нас торговец. В принципе, до боя с боссом особо нам зелья не пригождались, так что пока, наверное, ничем. Желаю тебе удачи в пути, ниндзя. И тебе. Ладно, побежали. Каньон трех водопадов. Ух ты. Красиво тут. Так, сохранимся. Где-то слышны у нас самураи. А, вот топ их стоит. Это ведь они? Слишком маленькая трава, наверное, чтобы я мог спрятаться. Так, как бы нам вас убить получше? Ой, не то. Выходи отсюда. Так, где у нас огненный шар? Ребята. Хорошо. Хорошо. Ух ты, сколько я могу. А, ну троих, правильно. Давай. И последняя кучка. Ух. Так, ну осталось двое ребят. С копьями. Это плохо. Так, они как-то вас резко стало больше. Ай-яй-яй. Тихо, ребята. Кто-нибудь еще тут есть у нас? Окей. Да сколько же вас тут? Уже чересчур. Ай-яй. Тихо. Тихо-тихо-тихо. Визнеров. Фух. Так. Где мы можем восстановить здоровье? Есть какие-нибудь здесь кустики, может быть, у нас малиновые? Вроде бы ничего. Ладно, мы это как-то пережили. В принципе, даже без особых потерь. Так, у нас тут сохранение есть. Так, немного малины. Хорошо. Так, собираем все это подряд. Окей, как-то так. И что у нас тут? Попробовал подняться этим путем куда. Путем к водопадам. Повернул назад, потому что стало темнеть. Тора. Ага. Значит, у нас он здесь был. Интересно, по этим камешкам мы сможем куда-то пройти? Не получается. Так, тихо-тихо. Сносит. Подними на поверхность и как-то надо осторожно пробовать пропрыгать. Не знаю, куда она сюда приведет. Почему бы нет? Так, хорошо. Хорошо. Что у нас тут? Да, видимо, путь этот все-таки здесь есть какой-то. Может быть, что-то интересное? Тихо. Главное, не уходи. Ага, так, тут мы не можем, если пойти чуть ближе. Ой-ой-ой. Что ж такое? Сносит, сносит. Давай. Вот, что ж такое?
плывем сюда. Теперь нет никак. Слава богу. Так, забирайся. Давай еще раз. Эти краешку сюда подойдем. Вот попробуем зацепиться. Ага, получилось. Тут у нас тайное место. Может быть, здесь у нас будет где-то алтарь. Давай еще выше. Грибочек. В принципе, думаю, у нас будет уже хватать самостоятельно создавать зелье из ингредиентов, чем покупать. Что такими темпами мы набираем их величное количество. Так, вот там у нас петлички. И здесь алтарь. Мы будем искать цветок. Так вот, какой-то цветок, но нам нужно что-то вроде ромашки. Вот, кстати, вспомнить, точнее найти, да. Узнать про название этого белого цветка. Если я сейчас промахнусь по камням, то меня, скорее всего, снесет вниз. Так, нужно быть осторожным. Что-то вряд ли получится. Ой. Так. Хорошо. Я еще немного. Уже почти на той стороне. Так, хорошо. Что у нас тут есть? Ага, витриница. Помещательно. Теперь у нас есть нужный цветок. Что у нас тут еще есть полезного? Там есть татуэтка, но думаю, это мы сделаем чуть позже, когда сходим к алтарю. Надо будет подплыть и попытаться запрыгнуть для того, как меня скинут. Хорошо. Осторожно. Почти уже у цели. Стиль лягушки. Это замечательно. Так, где у нас алтарь был? И какое у нас новое заклинание? Интересно, уже имеющие заклинания будут как-то улучшаться. Электрический шторм. Создает электрический шторм, поражающий смертоносными разрядами нескольких случайно выбранных целей в радиусе действия. Интересно. Надо будет его куда-то поставить. Нет, это нужно войти сначала сюда. И поставим теперь торнадо, электрический шторм. А, еще даже свободные места. Окей. Все, уходим, проверим. Да. Пока ставим. Ну, давай выберем его. И будем искать уже знакомого испробовать. Так, теперь нам нужно пробраться ближе к центру, как я понимаю. Разок попробуем, если скинет, то, собственно. Ладно, тогда. Не особо нужно идти. Ну, что-то статуэтки. Вазочки. Как-то так. Ну, поехали. Давай доставай шляпу. А, меня не сбрасывает, да? Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ай-яй. Слава богу. Хватаем. И отсюда, я думаю, спускаться. Хотя почему бы нет? Ладно. Мы мега сильные. И живучие, раз свалились на камень, остались живы. Так, поднимись. Теперь можно пойти дальше. Кстати, можно еще раз сохраниться здесь? Вот только разовое действие. К сожалению, разовое. Так, вот и ребята. Кстати, ну а сейчас мы и спробуем. Ага, то есть, в принципе, я могу определять, как он будет двигаться. Хорошо, надо запомнить это. Окей, еще цветочек. В принципе, по-моему, он неплохо бьет, но не тратит достаточно большие объемы энергии. Так, ребят,
их не дотянусь. Ну ладно. А здесь есть кустик, так что, в принципе, в случае восстановить здоровье мы сможем. О, сколько вас там? Тихо. Кого-нибудь пришибешь? Ой, как-то мало он убил. Так, давайте тогда. Как-то так. Ай-яй, осторожно. Окей. Сколько тут еще? С мечом нам, в принципе, не особо страшны. С нам с копьями доставляет проблемы. Так, собираем опыт. После этого, думаю, поедим ягод и можем будет сохраниться. Так, это, ну, что за светлячки? Еще одно тайное место. Ну, почему бы нет? Куда она нас приведет? Не упасть бы. Зацепляйся. Наверное, было сохраниться все-таки. Так было поспокойнее. Ой, хорошо. Так, я сейчас, наверное, к вершине водопада опять приду. Ну, вроде бы как да. Да, в принципе, это второй проход. Мы могли спуститься. Осторожно. Так. Еще чуть-чуть. Окей. Типа у нас здоровье автоматически не восполняется со временем, видимо. В принципе, как и энергия. Так, тихо. Главное не упасть тут. Где у нас тут кустик маленький был? Возверят. Тут еще один цветочек. Корень изучения. Полезная вещь. Кстати, на свободу. Опыт. Как раз чуть-чуть остается до уровня. Так, бонус ки. Теперь вы можете накапливать больше ки. Хорошо. Так, и давайте. А нам с уровнем восстановили здоровье. Хорошо. Монетки. Ну и теперь можно уже благополучно сохраняться. Вот так-то. Так, еще цветочек. Там внизу у нас опять кроме людей. Сейчас мы вам устроим. Смогу спрятаться. Так мы, может быть, одного и прикончим. Хорошо. Окей. Так. Прощение. Так, хорошо, что мы тут остановились. О-о-о. А у нас тут, по-моему, проблемы. Хотя, в принципе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, копинутся. Кого тут сбоку мы вас, может быть, и убьем. Да что ж такое. Ух, пережили этот момент. Есть у вас в лагере что-нибудь восстанавливающее? Так, палатки тоже можно ломать? Хорошо. Не сожалеть, так уж лагерь целиком. Сколько монеток. Мы будем богатым ниндзя. Так, еще дымовая бомба, отлично. Так, статуэтка. Там у нас еще не все остались, да? Перебиты. Сколько их? Человека 4 где-то. Дальше мы видим, куда-то поплывем. Окей.
Так, тут все. Ты еще что такое? Обычные лодочки. Ладно, подкрасться мы тут. В принципе, возможно. Опять. Чуть позже. Сейчас займемся вами. Не сказать, что тут прям такая большая трава. От капешников мы избавились. А вы меня как бы не заметили под боком, да? Ну ладно. Просто это дело. Окей. Ну и ты одинокий. Приглушенок. Нет, почему на берегу сидел? Есть что-то в домике? Нет, ладно, пойдем освобождать животных и отправляемся дальше. Куда-то поплывем. Окей. У нас тут есть еще монетки. В общем, у нас опять практически скоро уже будет новый уровень. Так, медитируем. Окей. Проплывем все на этот островок, посмотрим, что у нас здесь. У нас, по крайней мере, есть у нас один ингредиент. Вот что еще полезного найдем. Сохранение. Хорошо. Еще синий лист. Так, и что у нас тут? Великая центральная река. Так, ну у нас, скорее всего, опять намечаются пороги. Прыгаем. Я не видно никаких следов наших друзей. Интересно, я когда-нибудь встречу не животное, скажем, обращенную рыбу. Будет попытно посмотреть на это. О, начинаются пороги. Так, хорошо. Тихо, главное ни во что не врезаться. И я сейчас. Пока избегаем вроде неприятностей. Полезная наша шляпа, ничего не скажешь. Тихо-тихо. Все в порядке. Так, осторожно. Пока вроде удается проходить, не врезавшись. Так. И все, тихо, река. Где мы тут можем высадиться? К примеру, попробуем где-то здесь. Так, вот сообщение друзей. Нашла еще один алтарь неподалеку, но не смогла раскрыть его магию. Следую вниз по реке Суцуми. Окей. Значит, будем искать здесь где-то алтарь. Тут мы прибыли. Возможно, это нас и ведет к алтарю. Идемте искать. Грибок. Каменная шляпка. Ух, так, окей. Интересно, кто нас будет, где-нибудь враги. Это действительно спокойно будет. Алтарь мы нашли, теперь остается найти цветок. Что у нас тут такое белое? О, как раз он и есть. Ветреница. Видишь, что у нас ромашки. Так, будет проще запомнить. Хорошо. Медитируем. Какие секреты раскроешь нам ты? Камуфляж позволяет Хиро притвориться разлапистым кустом, что затрудняет его обнаружить менее сообразительным противником.
принципе, это интересно, но пока мы были достаточно жестоки и не особо кого-то щадили и прятались. Так что не знаю, насколько нам это пойдет. Так, спускаемся. И продолжаем спускаться по реке вниз. Он у нас попал Судзуми. Тихо, 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 тихо. Ой, есть снова пороги. В этот раз несколько все хуже обстоит. Тут более крутые повороты. Так, осторожно. Ой-ой-ой. Странно, почему спиной плывем. Ну да ладно. Что за музыка? Надеюсь, это не водопад? Ух. Это было шикарно. Хорошо. Так. Успокаиваемся и переплываем на сушу. Ты как у нас со здоровьем? В принципе, не очень. Немного поедем малины. Окей. Ну, бежим дальше. Ага, отлично. Практически все выполнили, что только могли. Переходим к следующему уровню. Снова мы у своего любимого костерка. Привет, жаба. Лягушонок. Так, и нам, по всей видимости, куда-то сюда. Так, ну, посмотрим. Вроде пока вода достаточно тихая. Мы вплываем в какую-то каверну. Ой. А, кого-то еще один наш друг. Последний мастерочник. Так, выбираемся. Так, я тут могу залезть? Нет. Нас уже заметили, ну ладно. О, вы что, с динамитом стреляете? Какой-то живучий. Хорошо. Ой-ой-ой. Так, лучше не попадаться, наверное, глазами все-таки. Или их очень быстро уничтожать. Тоже вариант. Прекрати стрелять. Так, не стоим на месте долго. Значит, все это может плохо кончиться. Поднимайся. И прячемся. Так. Куда нам, кстати? Ага. Как нам туда попасть? Придется плыть. Ладно, безвредим тебя. Ее сейчас прилетит. Ой, ну падай. Так, а теперь, я думаю, можно спускаться и идти к нашим друзьям. Ой-ой, не взрываем. Сейчас мы с вами разберемся. Хорошо. Сфера опыта. И бежим выше. Так, кто у нас тут стрелял? О, тут у нас посерьезнее враги. Нет, вряд ли мне получится их ударить. Нет, смотри-ка, получилось. Думаю, сразу на копье навечу. Так, и что это у нас такое? Пещера лунного камня? Пойдемте искать нашего друга. Брось этот блок. Тихо. Так, хорошо. Я могу разве больше, чем 4 человека делать? Точнее, больше, чем трое. Потому что вроде когда трех выделил у меня. Не началась автоматическая атака. Ну ладно. Попробуем в следующий раз. Так. Так, да. Интересно, могу уничтожить вот эти вот бочонки?
Нет, по всей видимости. Так, у нас есть небольшое разветвление. Хорошо, здесь просто сквозное окно посмотреть или какой-то путь. Ребят. Откроем. Хорошо. Так. Попробуем открыть эти ворота. И поднимемся к нашим динамитчикам. Ага, ясно. Начнем сюда несколько позже. Ну, хотя прочистили путь на будущее. У нас тоже вроде бы кто-то был. Не долетел, прошу прощения. Так, отдай сферу и бежим. Здесь хотя бы мы не простреливаемся так легко. Окей. Тихо. Тихо. Хорош. Плохая эта привычка. С огнем играть нельзя. Не то. Так, а мы его как раз и освободили, да? Ой-ой-ой. Куда это я упал? В принципе, даже, наверное, неплохо, что я сюда упал. Да что ж такое? Верни меня. Как же на вас забираться-то? Неудобно. Ну. Наконец-то. Окей. Ладно, возвращаемся. Где мы вообще находимся? Нет, цветочек. Ну ладно, цветочек нам не особо нужен. Тут я смогу запрыгнуть? Пещера. А, вот она. Так, пойдем добьем недобитка маленького. Думаю, наверное, там одиноко. Так, у нас был где-то здесь. Ага, вот и ты. Или я напоследок смог его... превратить животное. Ну, со мной вроде бы никто не падал. Ну да, его нигде не видать. Хорошо, друга мы освободили, можем, значит, идти обратно. Открыть двери. Так, она у нас была где-то... Где-то. Нет, здесь. Ага, вот она. Ну и что вы нам преподнесете? Сохранение, отлично. Масло сухих ног. Выгодное название. Так, Тенгу. А, ниндзя! Ты забрел в опасные места. Река несет целую вереницу фонариков из восточной деревни. Это сигнал бедствия. Ты должен быть начеку. Если пойдешь направо, увидишь ворота храма. Ступай туда. Тебе там помогут. Окей, спасибо, друг. Так, думаю, тут мы пока приостановимся и отправимся уже исследовать эту бесконечную серию. Пока что все. Всем спасибо и удачи.